I'm currently living in Kyiv, of Ukraine. My brother teach me to play Counter-Strike. I was 4 years old when I started playing. Он садился рядышком на стул, а я управлял клавиатурой, а он в это время стрелял мышкой. It was very hard with my brother because we had one computer on two of us, and he is older than me on 10 years. And he always say me, go away, because I'm playing. О, Саша, это был суперактивный. Ну, он был как пропеллер. Постоянно он там с кем-то дрался. Ну, постоянно у них. И вот увлечение вот этими компьютерными играми, и когда он уходил в компьютерный клуб допоздна, то он в 7 утра вставал, шел в школу и приносил хорошие оценки. Самое страшное наказание для него было, это если ему не разрешали играть в компьютер. Then in 2012, I was 15. It was new game, CSGO, and I really liked this game. One year after I started playing CSGO, I started playing professional with my first team, Courage Gaming. In 2014, we won Pro Series, and next day HellRaisers invited me, and I played with them instead. Он же поступил после школы, сам поступил в университет на китайский язык. И после семестра первого он бросил и улетел в Лос-Анджелес. So when I moved to Liquid, I started playing on ESL tournaments. Liquid. These people always was so kind. It was very hard for me to remember their names at the beginning. Like Steve, Mike, Steve. It was ESL on Cologne against Fnatic. I jumped, I did double no-scope. Everyone, my teammate from Liquid was so happy. Ему всегда хотелось сделать татуировку. But I couldn't be Liquid because I want to be home. Что он вернулся домой, да, я рада. Он настолько домашний, просто он об этом не знал, что он не сможет. When I at home and we have free days, I'm spending my time always with my parents, always with friends, with my girlfriend. Саша, мне нравится то, что он веселый, он открытый, он очень добрый, он ко мне относится очень хорошо, меня любит, я его также люблю очень сильно. It's very easy for me and my girlfriend to understand each other. Yeah, we like to laugh together every time. She's like same person as me. В Киеве есть родина-мать, и там есть смотровая площадка, на которую можно подняться и увидеть весь Киев. Нам очень понравилось, это много эмоций замечательных просто. In 1 month, finally, we're gonna live with my girlfriend and my dog, and it's gonna be the same building, but another flat, so it's gonna be close to my parents. В игре агрессивным. В жизни спокойным, он всегда здраво мыслит и принимает правильные решения, как в жизни, так и в игре. Все деньги отдал нам, все полностью, которые он заработал. Самый большой подарок для нас – это Саша купил себе квартиру двухкомнатную. Поэтому для нас это большой подарок. Значит, смотрите, мы все матчи смотрим на этом большом телевизоре. Navi, Ukrainian organization, invite me. I was so proud that I'm gonna join this team. Когда хотел попасть в Navi, он попал в Navi, и я думаю, сейчас он счастлив. Теперь осталось дело за малым, вернее, за многим. Надо побеждать, брать первые места и показывать, чего ты стоишь. 2 October on my birthday, we played ESL New York and we won it. Честно говоря, горжусь так же, как, наверное, я в принципе все время, всю жизнь служил, и я знаю, что такое и военное подразделение. Повлияло, что он
он сейчас понимает, что один он результатов бы каких-либо там высоких не достиг, если бы не его команда, не поддержка товарищей. Скоро он станет настоящим мужчиной, но пока что он еще не сформировался до конца. Но я верю в то, что он станет номер один во всем мире. I grew up a lot as CS:GO player. If you are in team and you have problem, that means that all team have problem and they should fix it together. С детства, со школы он всегда должен был быть первым. Не думаю, я знаю, что он станет лучшим в мире. Саша старается во всем быть самым лучшим. И в игре, и вне игры. Для него это очень важно, быть лидером, быть самым лучшим. I want to win every tournament in the world. I want to help create new era of Natus Vincer. For more E-League videos like this, click the link and subscribe now.